29 апреля в Клементьевской библиотеке состоялся семинар для библиотекарей Сергиево-Посадского городского округа, на котором протоиерей Виктор Григоренко, настоятель Сергиевского храма в Симхозе, передал в дар библиотекам округа юбилейный сборник материалов научной конференции «Меневские чтения». Это итог нашей 15-летней работы, где мы вот собрали документы, статьи, воспоминания, лекции об отце Александре. Теперь у каждого из вас будет возможность ознакомиться с этой книгой. Я еще раз вас приветствую. Вот, благодарю за возможность хотя бы коротко рассказать об этой книге. Вот, ну и, конечно, пожелать вам всяческих успехов в это непростое время. Все, что касается библиотек, мне очень близко и дорого. И мама у меня библиотекарь, и сам я, в общем, с детства рос в окружении книг и понимаю, какая перед вами сейчас серьезная задача стоит для того, чтобы сохранить все то, что у нас есть. Спасибо вам большое. Ну, настоящее достояние, я думаю, нашего краеведческого фонда, любой из нашей библиотеки. Я думаю, что каждый присутствующий здесь, да, специалист, по достоинству оценит эту книгу. Читателям, несомненно, будет интересно познакомиться с этим сборником. Ведь в книге собрано много материалов, которые связаны с историей Сергиева Посада. Эта книга была презентована уже в Центральной районной библиотеке имени Розанова в этом году. И я думаю, что она очень важна для всех тех, кто интересуется религией, историей нашего города, кто знаком и еще познакомится с именем протоиерея Александра Меня. И, конечно, мы всех приглашаем в наши библиотеки для того, чтобы познакомиться с этой книгой. Я рад, то, что в каждой библиотеке она теперь будет представлена. Вот. Речь идет о том, то, что читатели могут ознакомиться с наследием отца Александра. И что, пожалуй, самое главное, узнать мнение известных церковных специалистов и светских историков, философов о творчестве отца Александра. Потому что мы знаем то, что не всегда к отцу Александру было исключительно позитивное отношение. Вот. И для тех, кто сомневается в каких-то вопросах, касающихся или богословских мнений отца Александра, или вообще его месте как выдающегося проповедника конца XX века в истории Русской Православной Церкви, ну вот рекомендую ознакомиться с этим сборником и рядом тех статей, которые вот относятся к анализу его литературного творчества, и церковного и так далее. Елена Георгиева, Ярослав Акимцев, «День города».